Как узнать о том, сколько ты должен государству? Колымские приставы и сотрудники ГИБДД провели акцию «Узнай о своих долгах». Приурочили ее ко Всемирному дню безопасности интернета. Цель акции – повышение финансовой грамотности граждан. По словам специалистов, у магаданцев есть целый ряд возможностей контролировать и оплачивать свои долги. Официальный сайт ведомства, портал госуслуги, мобильное приложение. В конце декабря Управление Федеральной службы судебных приставов Магаданской области начало работу группа телефонного обслуживания. Судебные приставы, которые входят в данную группу, помогают гражданам получить информацию о наличии либо отсутствии исполнительных производств, о возможности оплаты по исполнительному производству, а также о произведенных исполнительных действиях в рамках исполнительного производства. Если колымчанин обнаружит на себе исполнительное производство, он может оплатить долг на том же сервисе дистанционно. Для тех, кто хочет сделать это в отделениях почты и банков, есть возможность распечатать платежную квитанцию с уже заполненными реквизитами. За прошлый год с сервиса банк исполнительных производств скачано около 7 тысяч таких квитанций. Также на официальном сайте ведомства можно записаться на личный прием. В случае неявки или опоздания более чем на 5 минут, гражданин сможет сдать документы в канцелярию.